Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир Лига мастеров, одна звезда. Ну, я вам говорил в прошлой серии, что нам не видать трех звезд. Хотя бы так. И забираем наши награды. Сюрикены, 40 ДНК на Бибоп-кролик, 90 золотых и 55 платиновых осколков. Кстати, мне нужно посмотреть, сколько у нас вообще платиновых осколков в совокупности. 260. 260, нам нужно будет 400, то есть еще 3 недели получается. Ладно, ребят, ладно, 3 недели. Короче, ну, давай округлим. Месяцок нам придется подраться для того, чтобы на следующий, как говорится, месяц у нас кто-то перешел в платиновый ранг. А мы пока заранее думаем, друзья, кто это будет, кого мы будем переводить в платиновый ранг. Потому что для меня это как испытание, понимаешь? Я хочу как бы и сомневаюсь, а стоит ли этого персонажа переводить или нет. А вы мне как бы немножко помогаете. Если большинство голосов совпадает с моими, то для меня это как бы большая радость, что ли, так скажем. А если не совпадает, ну что же, ребята, вам виднее, как говорится. Мы все равно рано или поздно всех сделаем платиновыми. Рано или поздно. А по поводу того, что, ребята, кому-то, ну, кто-то устал смотреть черепашек, я могу вам посоветовать только один вариант. Вы можете просто их не смотреть. Просто их не смотреть, и все. Вы можете смотреть другие видосики. А если кому интересно, то у меня есть второй канал. Может быть, кто-то не знает, хотя я сомневаюсь, что есть такие люди, которые могут перейти, и там мы снимаем игры для ПК. То есть ПК и консоли. Ну, в основном ПК, да. С плойки, как говорится, там было, по-моему, пару игр. Сейчас у нас, тем более, все игры с PlayStation портируют на ПК. Так что, вот. И если кому интересно, что это за канал, ну, во-первых, можно посмотреть в описании. Ну, а для нетерпеливых я скажу тебе: Ray Play Games. Вот так называется мой второй канал. Если этот называется Рэй Моррисон, то тот Рэй Плей Геймс. Так, ну что, здесь мы прошли испытания, и мы двигаемся дальше. По заданиям. Так, давай-ка мы возьмем. Кстати, да, мы сегодня еще один уровень поднимем персонажу. Это Рафаэлю. А сейчас пойдем искать нужные нам детали на Пиццелицева. На Пиццелицева. Зачем нам Рафаэль? Рафаэль нам пока не нужен. И нам нужно найти 7 вот этих вот кружек. Так, одну нашел. Вторую. Третью. Так, четвертую. Пятую. Шестую. И последнюю. Седьмая. Все, ребят, 7 кружек нашел и... Блин. Ладно, прокачаем. Сделаем так и так. Никакого сегодня по ходу дела не будет у нас уровень у Рафаэля, потому что, ну, пришлось потратиться. Только что видел, весь мутаген слил. Так, ну нам нужно еще сразиться в боях, поэтому давай посмотрим, что у нас идет дальше у Пиццелицева по прокачке. Конечно же, пятый уровень. И нужно найти 6 геймпадов. Ну, естественно, фиг мы их сейчас будем с тобой искать. Вот один выпал нам. С горем пополам. Ну и все, и начинается вот эта вот песня с бубном. Начинается эта песня с бубном. Я в плане того, что они очень плохо отдают нам эти геймпады. Очень плохо. Ну что, а теперь самое интересное. Конечно же, это турнирная арена. Буста, ребят, не будет. Я вам уже объяснял, потому что я пришел с работы. На моих часах сейчас половина 12 ночи. Сейчас я сыграю и буду ложиться в баньку, потому что завтра 5 с утра на работу. Что я делаю? Давай в самый хвост. Раз, два, три. Ну, пока по трем персонажам. Сделаем, так сказать, бустик. Завтра у меня уже после смены будет коротенький выходной. Еще немножечко продвинемся, да? Вот. Как-то вот так вот все у нас будет. Так, ну смотри, тем не менее, мы на воин 2 звезды перешли. То есть еще не такое дно. Еще можем как бы что-то здесь повысить.
Причем за одну катку. Самое дно, это если бы мы с тобой на Лиге Воинов 2 или 3 поединка играли бы и не смогли бы перейти на следующий этап. Это да, это было бы дно. А пока все идет по плану. Так, давай посмотрим. Ну, да, здесь уже, конечно, ребята, немножко... немножко тяжеловато. Так, и я хочу попробовать найти... 11-12, наверное, 12-13 мне тут не видать. Как бы тут не кочеврижился, это, скорее всего, не будет. Ладно, соглашаемся на их условия. У нас 11-12 идет по кубкам. Коэффициент, так скажем. Давай попробуем. Так, бибоп. Нейтрализатор у нас здесь. И, соответственно, тоже Эйприл. Но Эйприл обычно, не Кунаичи. Замечательно, погнали дальше. Переходим на Воин 3 звезды. И... неужели не дадите мне 12-13? Да быть такого не может. Вот. Что вы мне в самом деле-то тут по ушам ездите? Я же знаю, что должно быть. Ну, серия эта, друзья мои, выйдет уже у нас когда? Во вторник поздно вечером. Или во вторник, или уже в среду. И потом еще многие мне пишут: рей, ну сегодня там, например, понедельник или там вторник, когда видосики, например, снимают, да? Я говорю: ребят, сегодня там, например, среда или там четверг. Это означает, что видос снят в этот день, а не выложен, понимаешь? То есть я вот сейчас снимаю в понедельник, а выложен он будет, например, в среду. И в этом видосике я говорю: вот сегодня понедельник, тыры-пыры. И мне потом в комментарии пишут: эй, какой понедельник, сегодня среда. Так вот я объясняю, ребята, это просто видосик, который снят был раньше, а выложен позже. Так что я не ошибаюсь, это просто выкладывается поздновато. Очень, как говорится, редко я могу выложить видосик день в день, потому что слишком много делаю. Например, вот сейчас этот видосик, если бы был бы выходной, я бы снял, пока он рендерился, я бы играл во что-нибудь другое. Понимаешь, да? Это тебе не стрим, где играешь по 3-4 часа, а здесь у меня получаются такие вот коротенькие видосики, особенно на Android. Полчасика это максимально. Ну, есть, конечно, карточные игры, типа как Snap или Растение против зомби герои, которые могут уйти там 40-50 минут, даже час. Может быть такая вот серия. Тут ничего страшного. А на ПК, ну, ребят, а на ПК час это, по-моему, минималка. У меня по играм получается. Это минимум. Если брать такие игры, как Хогвартс, да, которую мы сейчас допроходим. И что у нас там еще? Да, и Проклятие крыс играем. И, кстати, у меня еще на заметке, ребят, не забудьте, много игр недопройденных. Как бы их тоже надо реабилитировать и все-таки закончить с прохождением. Но пока я чувствую, дойду, там уже с какого, если не ошибаюсь, с 15-го, по-моему, или с 19-го числа выходит новая прикольная игруха. Metroidvania, Beat'em Up. Так что я даже не знаю, как мы будем все это успевать. Еще раз повторяю, ребят, если бы я был в отпуске, мне было бы намного проще. Но я, к сожалению, совмещаю работу и свое вот это вот увлечение. А работа у меня, поверь мне, не из легких. Кто-то там даже предположение писал, что я работаю либо на скорой помощи, либо еще что-нибудь по 12 часов, либо там пожарник или охранник. Нет, ребят, далеко не... далеко от этих всех профессий. На самом деле, очень тяжелая профессия. Я тебе могу сказать только одно такое, что я работаю в добывающей компании. Вот так вот. А что добываю вам уже там... как говорится, только догадываться остается. Так, 98-я позиция. Ну что ж, давай, наверное, вот сюда пойдем. 13-15, ну а почему бы и нет? Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Так, 4 суп... а, 5! 5 супостатов. Ёк, макарёк, сейчас мы быстренько не пропишем. Я еще хотел, конечно, сегодня начать... проходить Драконы Всадники Олуха, потому что у нас новые события, как вы помните, да, выживание. Но я уже подумал, ребят, сегодня не успею. Я вчера-то, блин, поиграл и, кстати, лег спать и провалялся, короче, до 4 часов утра, ребят. Практически на работу надо вставать, а я даже еще не спал. И так мне сегодня на работе
Ай, кумарила, а никак нельзя. Вот так вот терпел. Глаза краснющие, башка ничего не соображает. Поэтому вот таблеточки заказал себе снотворный, ну не снотворный, успокаивающий такой, скажем так. Что-то вообще сон нарушился. Да и с этими, понимаешь, вот по сменам, когда работаешь, это вот ночь, утренние смены, ночные смены, утренние смены, ночные смены. У тебя просто, а тем более у нас, когда за полярным кругом, когда зимой сплошная темень постоянно, а, извини меня, летом наоборот, нету ночи. Это очень сильно сказывается на организм. Очень сильно. Вы даже не представляете, как. У меня знакомый есть, который давно-давно как-то приехал к нам с юга. Так он, по-моему, 5 лет привыкал к нашему климату. 5 лет. То есть он вообще терялся, просто терялся. Он вставал там, например, а что сегодня сейчас, утро, день? Или что вообще, говорю, почему все время светло? Где у вас ночь, ёк-макарёк? Я говорю, у нас ночь только, когда, я говорю, полярная ночь наступает зимой. Тогда у нас ночь, но она сплошная, я говорю, солнца практически нету. Он не поверил, ну, оно так и есть. Это тебе, знаешь что, это тебе не в Питере белые ночи, когда вот говорят белые ночи. Нет, ребята, у нас белые ночи, это действительно белые. То есть солнце ходит вокруг, но оно не садится. Ну, оно там сядет чуть-чуть, но все равно светло, как днем. Вот так вот. А ночью, к сожалению, наоборот. Солнце практически не встает. И вот зимой, мало того, что сам по себе зима выматывает, так еще без солнца, знаешь, это очень сильно влияет на организм. А к тому же, когда ты выходишь вот из этого состояния, да, из этой ночи, как так скажем, выходишь из полярной ночи, у тебя сразу начинается авитаминоз, у тебя начинают шелушиться руки, потому что витаминов элементарно не хватает. Вот, поэтому как бы, ну, желательно бы нам принимать дополнительные витамины, как бы. Ну, лишними они точно не будут. Так, ну что, давай попробуем пробить здесь. Дальше сделаем вот так вот. Поэтому климат такой суровый, так скажем, еще при всем при этом работать, представляешь, по 12 часов. А некоторые работают по суткам, как вот у меня знакомый. Он работает сутки через трое. Кто-то работает сутки через двое. В общем, есть свои нюансы. Так, ну что, мы с вами уже в Лиге Самураев. Я даже что-то не заметил, как мы быстренько с тобой перебрались. Вот, заговорился, как всегда. Вот, поэтому давай, наверное, сделаем вот так. 70... Подожди, у нас уже 70-ники. Ну, если у нас уже 70-ники, значит, скоро бойцы кончатся, и мы уже... А Донателло-то выжил? Ой, что я делаю-то? Ё-моё, это же не инвиз. Не то нажал, друзья. Ну, давай так. Хоп-хоп-хоп. Нормально. А, еще у нас Лео, оказывается, еще выжил. Я его и не увидел. Просто, ребят, не увидел его. Вот такая вот беда. Ну... Нет? Да нет, какая Лига Самура. Даже еще, по-моему, мы с тобой сыграем поединок и не перейдем. Надо будет еще один. А бойцов-то у нас все, йог, считай. Три поединка это максимум, наверное, что мы можем сделать. Купил, ребят, фонарик, меня вот просто убило. Купил фонарик такой налобный, да, себе. Ну, там специально, мало ли, что-то там под раковину залезть или еще что-нибудь там поремонтировать, что света нету. Я им практически не пользовался. Тут потекла ванна, ну, внизу там этот слив, надо было поделать. Надел этот фонарик, 3 минутки он у меня посветил, и все. Я не знаю, что он не заряжается, не светит, никаких признаков жизни, короче, он не подает. Что с ним случилось, без понятия. Я его не эксплуатировал. Он у меня как полгода лежал в коробке. Я его так вначале проверил, работает он или нет. Да, он работал. Все, тут он 3 минуты у меня посветил на лбу. Ну, он такой, как бы на резинке. И все, ребята. Там у него шла зарядка, у него там аккумуляторная батарейка и зарядка. Я думал, ну может быть с аккумулятором что? Поставил свой аккумулятор. Не, нифига. Не работает. Вот такие вот у нас фонарики продают, блин, одноразовые. А фонарик, кстати, стоит 1500 рублей. То есть, ну, не дешевый, так скажем. Для маленького налобного фонарика это приличная сумма.
Я говорю, что есть намного мощнее, конечно, но вот для бытовых, просто для бытовых фонариков, 1500, ну это много. Так, ну что, давай попробуем сделать так, бросим кости. Воу, нифига ты, Рафаэль, вот это он бросил кости, просто всех вынес. С одной плюхи. Так что мы сегодня в Лигу Сёгунов-то попадем? Ну вот, кстати, ты чувствуешь, да, что мы с тобой уже практически всех персонажей отыграли, а мы еще даже в Лигу Сёгунов не попали. А на бусте мы с тобой добираемся практически до Лиги Мастеров. Ну, 1-2 поединка минус. То есть все-таки ощущается вот этот, ребята, как бы тебе это сказать, ну, вот это вот разрыв по времени, да, что когда ты играешь сразу после отката и там спустя, например, 6 часов. То есть офигенно это чувствуется. Ну вот смотри, Лига Сёгунов только сейчас дошел, и у меня, по идее, получается последний поединок. Или, ну, скажем, не последний, еще два. Но в любом случае я не перейду с тобой на Лигу Сёгунов 3 звезды, верно? Вот так вот. Так что откат и все-таки буст есть, существует он. Так, ну что, мы здесь тоже ушатали. Блин, мне уже все, ребят, глаза закрываются, спать хочу, не могу. Но я обещал просто эту неделю нормально отыграть. Вот я и пытаюсь ее отыграть. Давай сюда, наверное, пойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Давай, наверное, так вот бомбанем сразу же просто одной бомбочкой. Все, событие... Какое, блин, событие? Арена пройдена. В связи с тем, что персонажа у нас больше не осталось, но в Лигу Сёгунов две звездочки мы все-таки не добрались. Нам, ну, не хватило буквально 14 позиций. Ничего с этим не поделаешь. Так, в магазине. Что у нас? Давай посмотрим. На испытаниях, ребята, Усаги. Я бы, наверное, порекомендовал вам проходить. Усаги — это крутой перец, на самом деле. Так что, если кому-то нужен довольно сильный боец, тем более на ранней стадии игры, то Усаги зайдет как нельзя лучше. Там вот у нас топовые — это Усаги, это Армагон, это Крэнк, это Маузеры. Кто у нас там еще идет? Супер Шредер. Ну, в принципе, все. Это вот топовые бойцы, которых надо прокачивать чуть ли не в первую очередь. Если они у вас будут прокачаны, то вас ждет только успех. Причем во всех поединках. Что на арене, что на событиях, что на испытаниях. Если эти бойцы у вас будут прокачаны, вы не будете горе знать. Вы видели Армагон, что делает, что делает Крэнк, что они вообще все делают. Они просто разносят врагов в труху. Единственное, да, что надо откаты. Применять откаты, чтобы их обратно в поединок, в бой брать. Так, ну что, вот у нас пошли уже жетончики. Так, сколько уже? 550 есть. Ну, 600 мы наберем, это факт. Уже почти 650, уже 649. До 700 дойдем, а лучше 710. Так, ребят, 710 есть. Это говорит о том, что мы идем и покупаем 3 ДНК. В магазин предметы. Да, хватает. Ну что, друзья мои, остается нам всего лишь 8 ДНК. Это 3 разика нам. По 3, как говорится, ДНК, и все. И дальше Роквелл. И тут мы будем заканчивать с поисками персонажей, то есть все. Дальше останется только лишь прокачка бойцов. Ну что, ребята, а у меня, наверное, на сегодня все. Хотя, подожди, у нас еще есть пицца. Давай, наверное, мы тогда ее дотратим. И пиццелицу можно было бы, конечно, еще один уровень поднять. Но я не буду. Я не буду, потому что
Надо Рафаэля прокачивать. Значит так, геймпады. Всю пиццу будем сливать. Да подожди, ты что ты делаешь? Да, что-то эти геймпады очень тяжело выпадают. Нам джойстик выпадает намного чаще. Так, сколько там нам надо? Я уже сбился. Еще два. А все, все. Пицца закончилась. Ну что ж, друзья, тогда и я заканчиваю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.